Вітанечки, всім фанатам і фанаткам Euro Truck Simulator 2. Ви на каналі Рулік 69, мене зовут Руслан. Сьогодні ми з вами соберем інтересненькую, на мій взгляд, зборочку. Ну, в принципі, всі зборки на каналі Рулік 69 інтересні і зачетненькі і актуальні. Ну, це, як сам себе не похвалиш, ну, ніхто не похвалить. У нас как раз дождик пиндорит, как положено. За основу, ребятки, у нас будет карта Euro.net в данной сборочке. Она у нас получила адаптацию под нашу актуальную версию 1.50. Карта зачетнейшая. Ну, это как бы так заменитель, да? Ну, дождик класс. Заменитель промоц. Я ее так называю, данную карту. Но она, в принципе, и есть заменитель промоц. Она полностью перекраивает наш, так сказать, дефолт, да? И перекраивает солидненько. Не так, конечно, как промоды, немного меньше, но все равно. Все равно интересненько, комфортненько и шикарненько покатать по данной карте. Поехали, мои дорогие, будем с вами потихеньку разбираться, что у нас да и как. Покажу вам расстановочку. Да и все остальное. Почиткаем с вами, познакомимся поближе, да, с данной картой. Да и будем катать в удовольствие. Но это будет для тех удовольствие, кому, например, там чем-то не нравится дефолт. То есть не дефолт, прошу прощения, а промоц. Ну, хотя, на мой взгляд, промоц, ну, не может не нравиться. Но. Есть у нас и такие ребятки, которым данная карта промоц не заходит, ну, никак. Так что, мои дорогие, для вас самый будет сборка с картой Euro.net. Поехали потихонечку дальше. Итак, мои дорогие, мы с вами уже непосредственно на официальном сайте данной карты Euro.net и читаем с вами, что нам предлагает данная карта. Euro.net – это мод карты, который позволит вам исследовать Европу в Euro Truck Simulator 2 совершенно новым способом, в отличие от любого мода карты, который вносит улучшение в игровую карту. Вы сможете изучить Германию, Польшу, Венгрию, Францию, Италию, Данию, Бельгию, Финляндию, Испанию, Словакию и Норвегию под новым углом. Во как, да? Солидняк. Ну, я думаю, что многие знакомы с данной картой, но тем не менее. Напомнить вам, я как бы так должен, да? Вот, нажимаете «Скачать», вас перекидывает на другую страничку. И все, мои дорогие, читкайте здесь, что нам здесь пишут, да, примечания для игры. Версии 1.6 необходимо все DLC, кроме West Balkan. West Balkan не требует данная карта, но не забываем, да, что она у нас будет стоять в сборке. Значит, и West Balkan нам тоже нужно. Данная DLC-шка, да? Без нее, ребятки, сборка работать не будет. То, что не требует карта, это одно, а то, что мы ее ставим в сборку, то это совсем другое. И тут опять же изменение размера страницы буфера рекомендуется, да? То же самое, что нам рекомендуют авторы карты «За пределом», или как мой товарищ называет ее, «Бульоном», да? Тоже данная карта требует, чтобы вы перейдите в документы Euro Truck Simulator 2, откройте файл config, найдите строчку «User Buffer», но я думаю, все уже в курсе, да? Измените значение с 10 на 20. Сохраните и закройте файл. Ребят, ну на 20 я не знаю, как будет там 20, не 20, но от 30 до 60 будет в самый раз. А там уже сами будете выбирать, что вам будет как бы так поприемлемней. Во, вот так. И здесь нажимаете «Скачать» и вперед. Скачивается она одним файликом в формате SCS. Так что можете сразу по пути документы, Euro Truck Simulator 2, папочка мод, это все дело и перекинуть. Понятненько, да? Я думаю, абсолютно будет понятно. Ну, поехали дальше. Итак, мои дорогие, поехали дальше. Будем собирать нашу сборочку номер 63. Итак, снизу выставляем карту Сибири версии 2.8.1. Бомбезная, шикарная карта. Я думаю, все катают в удовольствие. Так, дальше у нас идет карта Южный регион версии 12.2.
которую адаптировали ребятки из команды «Пана Доброедет», за что данной команде величезна дяка. Молодцы, класс. Пока мы там с вами дождемся официальной версии, будет она, не будет. А так ребятки поработали, адаптировали. Ну и красавцы, молодцы, класс, да? Поставили. Ехаем дальше. Выставляем с вами Казахстан от Промоц. Выставляем Asset Def Map. Выше выставляем Арал. Выше Арала у нас идет Алтай. Поставили. Потом у нас идет Транссибирская магистраль. Сам основной файл. Дальше у нас идет Транссибирская магистраль. Фикс. Не фикс, а коннектор, прошу прощения, с картой Сибири. Выше у нас идет карта Бульон. Ну или карта за гранью, да? Или за пределом, за гранью. Там запутаться можно на названиях. Бульон будет попроще. Выставляем 5, 4, 3, 2, 1. Поставили. Дальше у нас идет вот этот регистратор стран для данной карты Бульон. Ну, коли он есть, ставим. Ну, а куда деваться? Так, выше ставим. Вот этот фикс для работы карты Бульона с картой Казахстана от Промода. Выше с вами ставим коннектор Транссибирской магистрали с данной картой Бульон. Поставили. Дальше выставляем Вест Африка. Выше Вест Африки выставляем с вами дорога, да? Африка. Вот запутался я уже, наверное, с этими картами, да? Это у нас сердце Африки. Ребятки, ё-моё. Ну, выбачайте, уже, так сказать, похилого віку. Иногда что-то вылетает, да? Короче, сердце Африки выставляем. Asset Def Map выставили. Выше выставляем вот этот фикс от Джерри. Как бы так, для нормальной, корректной работы данной карты. Выше у нас идет карта «Дорога в пустыню». Выставляем модель и вот этот RIV 1.3. Ну, это как бы у нас dev файл, да? Выше выставляем вот этот, как бы так, коннектор, да, для работы данной карты. «Дорога в пустыню» с картой «Сердце Африки». Поставили. Выше ставим коннектор для работы «Дороги в пустыню» с картой «Бульон». Выше ставим вот этот фикс исправления дороги в пустыню с картой Бульона. Поставили. Как я обожаю эти все фиксы. Так, ну дальше идет у нас наша доблестная и шикарнейшая карта Евро.нет, которая перекраивает наш полностью весь дефолт. Ну, не совсем там полностью, но в принципе нормально перекраивает. Как заменитель для промодов, это бомбезненько. Поставили. Так, ну и самое интересное, у нас идет карта Московии, да? Там уже вышла версия 2.51. Ну, что сказать, поставил я ее, попробовал. Ух, убрал, поставил ту, что у нас была 2.50, и пока что я буду на ней, да? И вам советую на ней остаться, потому что там. Рвет и Белосток, даже вот на дефолт ставишь данную карту Московии, рвет Белосток, рвет там возле Варшавы. Короче, гемор. Это не все не то. Мне кажется, лучше подождать нормальной адаптации данной карты от тех ребят, которые работали с покойным Сергеем. Я думаю, что будет там как-то поконкретней. Ну, мне, в принципе, хочется в это верить. Так что, в принципе, объяснил, да, почему я остался вот на старой версии 2.50. Выставляем prefab, модель 4, 3, 2, 1. Map и, соответственно, dev. Выше у нас идет шикарная, легендарная, мною также любимая карта Roix, которая у нас включает всю нашу неньку Украину. Выставляем 4, 3, 2, 1. Вот это расстановка для бесплатной версии данной карты. У кого же версия платная, как у меня, не забываем ставить вот этот файл CoreRap. Поставили. Выше с вами выставляем вот этот коннектор, который даст нам нормальную работу карты Roix с картой Московии. Поставили. Выше у нас идет Асгеодончик. Выше Асгеодона идет вот этот коннектор Асгеодона с южным регионом. И также коннектор карты Roix с южным регионом. Вот эти все два коннектора тоже вот эта команда их адаптировала. За что им опять же благодарочка. Молодцы, ребятки.
Так, ну и выше ставим проект Кавказ. Выше проекта Кавказ я поставил сюда еще Шведские острова от Бингана. Ну, в принципе, больше ничего я сюда не мастырил. Итак, в принципе, зачетная нормальная сборочка. Как альтернатива сборкам с промодами, я думаю, будет огонь. Огонь, огонь. Самое главное, что мы с вами по южному региону можем покатать. Так, и дальше. Подложку, ребятки, подложку ставьте в обязательном порядке. В обязательном, вот просто в обязательном. Поставили подложку, ну и выше по желанию. Я использую вот этот мод из мастерской Steam для полноэкранной карты нашего игрового мира. Все, выставили. Ну и выше вот этого файлика вы уже выставляете все те модификации, которые вы, мои дорогие, используете в игре, да? Все, вот. Выставили, красавцы, молодцы, применяем и поехали, будем смотреть, что у нас за прелесть получится в карте. Ну и вот так данное чудо-карта выглядит уже у нас в игре, да? Солидничок, ребята, солидняк, солидняк, солидняк. Ездить есть где, это вообще зачетище. Зачетище, класс. Перекроили на ура. Бомбезненько, бомбезненько, бомбезненько. Солидно. Мне лично нравится. Вот так все это дело выглядит, да, с данной картой. Так, ну пойдем сразу по низу, да. Внизу у нас, естественно, вот это West Africa. Вот один аппендикс данной карты. Там у нас пошел второй, и вот у нас третий. Все, дальше у нас пошла карта Сердца Африки, вот таким вариантом. Ну и дальше, естественно, дорога в пустыню. Все знакомы с данной картой, без вопросов. Наверное, уже все давным-давно катают. Здесь она коннектится именно с картой бульоном, да, которая пошла вот сюда. Вот сюда и, естественно, дальше вот сюда, сюда, сюда. И Мухаммед Кол, это все дело у нас заканчивается. Также у нас стыкуется вот еще дорога в пустыню, да, в Рабак. Тоже как бы так нормальным ходом. И, естественно, она еще у нас пошла в самый низ. Но это показываю и рассказываю для тех, кто еще не знаком с данной картой, да? Так, нормально. С Африкой мы с вами разобрались, мои дорогие. Так, теперь поехали дальше. Вот наша доблестная и шикарная карта, карта Ройс, которая включает в себя всю нашу нынечку Украину. Есть такое дело, да? Вот, дальше пошла данная карта Ройс, естественно, Турция. Так, ну и самое у нас интересное, да? Что? Вот у нас южный регион. В адаптации от кого я уже вам говорил, да? Дяка ребяткам, которые поработали. И как бы так нормальненько. Но я тут еще не успел особо много полетать. Здесь вот я немножко здесь проехался. А самый основной упор вот я с Керчи, да, доехал до Кутаиси. Вот это все дело я здесь прошел. Ну, как бы так я вам должен сказать, ребят. Солидно. Солидно, солидно. Еще у меня стоит графика от PNG. Это вообще зачетище, класс. Так, дальше у нас идет, естественно, проект Кавказ. То есть Асгеодончик, да, проект Кавказ пошел у нас. Соответственно, у нас Казахстан от промодов, Арал, есть такое дело. Шикарнейшая карта Сибири, да, бомбезненько. Класс. Так, а что я сюда не доставил? Что-то я сюда не доставил, ребят. Что-то я сюда не поставил еще. Ну, я, в принципе, потом вспомню. Да, может быть, что-то еще долепим с вами, да? Так, дальше у нас идет, естественно, Транссибирская магистраль. Класс, все, да? Шикарненько. Дальше у нас карта Алтая. Дальше у нас также Транссибирская магистраль. Почургыкало дальше. И вот оно коннектится здесь. Сеул, Пхеньян, Даньдунь, Далян. Во, мы на эту карту бульона с вами попадаем.
Ну и сама карта бульона это, да? Вот, она здесь также все коннектится, все нормально, все проездное, все хорошо. Все працює. Все как бы так нормальным ходом. Вот так. Ну и там у нас снизу притаилась Сонхва. Ну, в принципе, все уже в курсе дела. Так, что еще хотел я вам рассказать? Да, по поводу вот этой карты Московии, да? Смотрите, что получается. В той версии 2.51. Что у нас получается? Вот у нас здесь рвет с Варшавы выход. Вот тут рвет. Белосток у нас здесь полностью весь разорванный. Так, что у нас там еще в той новой версии? Ну и, естественно, нету вот соединения Пенза-Тамбов, да? Той 2.51. Вот этого всего дела у нас нет. Ну вот так, ребят. Вот таким вариантом. А так нормально. Как бы так адекватненько, хорошенечко все стоит. Есть где покатать. Ну и, естественно, наши острова, да? Шведские острова от Бенгана. Вот такая, мои дорогие, сборочка номер 63 на базе карты Евро.нет для вас. Катайте и наслаждайтесь. А посему, мои дорогие, буду с вами прощаться, как всегда, короночка. Понравился видосик? Не забудь, поставь лайкосик. Всем мира, добра, всех земных благ вам, мои дорогие. Як завжди, величезна дяка і нижайший поклончик от меня до самой земелечки, всем моим спонсорам, всем моим подписчикам, ребятки, дякую вам. Дякую за ту помощь, которую вы оказываете каналу. Будь добру, будьте мне здоровы, все будет Украина. До новых обзорчиков, всем пока-пока.